Может быть, именно поэтому, хотя и нельзя сказать наверняка, его и назвали Винни Пух. Но мед – это очень уж хитрый предмет. Всякая вещь, или есть, или нет. А мед... Я никак не пойму, в чем секрет. Мед, если есть, то его сразу нет. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да! Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Это же... неспроста. Ну что ж, сказки конец, то есть конец этой сказки. А есть и другие. Про Пуха и кролика, про пятачка и старого серого ослика, и про всех остальных.